Друзья, привет! Я продолжаю серию контента о дистрибьюции музыки в текущих ситуациях, которая сложилась из-за тех санкций, которые были наложены на Россию. И сегодня у меня в гостях сервисная компания, которая помогает артистам и музыкантам, которая называется Your Tunes. И у меня сегодня в студии два человека — это Михаил и всем Дмитрий. Привет. У нас на связи из... Всем салют, всем салют! на связи из города Челябинск. Предлагаю, собственно, перейти к делу. Ребята также оказывают услугу дистрибьюции, и нам эта сейчас тема крайне интересна, поэтому я предлагаю, чтобы ребята рассказали сначала о своем бэкграунде и потом о компании, так что вам слово. Давай начну с себя. Зовут меня Михаил, как уже представили. У меня скорее финансовая сторона вопроса, анализ рынка, внешние вопросы по компании ну собственно все наверное да твой бэкграунд музыки с чего начался смотри как такового бэкграунда в музыке нет ну то есть начал я заниматься с димой но вот непосредственно ну то есть мы вместе придумали как бы Данную идею начали реализовывать. То есть он со, со стороны бэкграундов артиста, а я с другой стороны, по большей части финансовой. Да, это, кстати, очень здорово, когда собирается группа людей, кто-то делает именно музыка в музыке что-то, понимает, кто-то должен в финансах что-то понимать, а что-то здесь это, это ты. Слушай, так классно все сложилось, то есть синергия полная, поэтому да, все классно. Все, я тебе помню, Дима, расскажи о своем бэкграунде в музыке. Всем привет, меня зовут Дмитрий. Э, я занимаюсь музыкой уже 15 лет, являюсь участником рэп-группы АУ74, занимаюсь менеджментом музыкальных проектов и с момента прихода цифровой дистрибуции в России э, начал развивать данное направление, которое вот перешло в создание сервиса Ютюнс. Михаил, расскажи, пожалуйста, немножко о компании Ютюнс. Наверное, расскажу про миссию. Э, миссия компании – это про возможность артистам развиваться независимо внутри комьюнити. Штат компании насчитывает 13 человек. Оказываем услуги дистрибуции и синхронизации. Мы отгрузили порядка половиной релизов и полторы тысячи артистов присутствуют на площадке. Более подробно поговорим про услугу дистрибьюции. У меня здесь есть несколько подготовленных вопросов. Какая у вас сейчас фин модель То есть на каких условиях вы предоставляете услугу дистрибьюции артистам? Мы предоставляем услуги цифровой дистрибьюции по подписке. У нас реализовано три тарифа. То есть на каждом тарифе есть количество релизов, которые вы можете выгружать с данного аккаунта. То есть если мы возьмем тариф старт, то там до трех релизов, то есть EP, сингл, альбом, рингтон, все это будет считаться релизом, который вы выгружаете. Вот, хотите выкладывать больше, ну, то есть у нас предусмотрен переход по тарифам, так что добро пожаловать. Также у нас предусмотрен пробный месяц за 1 рубль, вы сможете зайти, при быстрой модерации и выгрузке даже посмотреть какие-то отчеты первые, которые будут приходить. Так как это подписка, наверное, важный вопрос будет, что будет сделать, если ее не оплатить. То есть в течение первых двух недель мы вам будем кидать напоминалочки, что данный тариф не оплачен, и в целом нужно бы это сделать. Вот. Если обратной связи никакой не будет, то оставшиеся две недели мы будем присылать пользователю письмо, то, что по истечению двух недель следующих мы вынуждены будем отозвать релиз с площадок. Вот. Если же и на данном этапе не будет обратной связи от пользователя, то в течение месяца мы будем отзывать релиз со всех площадок. Вот. Но что самое важное, пользователь не сможет загружать релизы, но сможет получать финансовые выплаты и выводить их себе то есть вообще спокойно. Расскажи, пожалуйста, про стоимость каждого тарифа и сколько, соответственно, релизов можно отгружать. На момент записи этого видео мы имеем три тарифа. Первый тариф Старт, он предусматривает 95 рублей в месяц. До трех релизов вы сможете отгрузить, и у вас будет пороговая сумма вывода в 1000 рублей. Захотите перейти на другой тариф, это будет тариф Артист, он будет стоить 205 рублей в месяц. Отгрузите до 8 релизов и появятся дополнительные функции, такие как подача в плейлисты, отгрузка видео и указание своего лейбла. Вот. Если мы переходим на более совершенный тариф, это уже будет лейбл, он будет стоить 365 рублей в месяц, и по большей части у вас будет неограниченная загрузка релизов, э вывода, сможете также подавать в плейлисты, указывать э лейбл и загружать видео. Каждый из тарифов предполагает пробный период, то есть за первый месяц вы сможете потестировать наш сервис за 1 рубль, то есть при быстрой выгрузке и модерации вы даже сможете получить какие-то первые отчеты, посмотреть, как заходит ваш релиз, не заходит, ну то есть вот такая история. Отлично, то есть человек платит подписку, и он может отгружать музыку в зависимости от того, как ты сказал, а в зависимости от выбранного тарифа, а что он получает в обратную сторону, то есть он получает какой процент от прибыли. Слушай, смотри, у него будет сто процентов роялти и сто процентов прав останется тоже за артистом. Вопрос, который я задаю всем компаниям, которые заявляют, что они предоставляют услугу дистрибьюции музыки, прямые ли у вас контракты с цифровыми площадками? Э -э нет, у нас не прямые сделки, мы работаем через мирового дистрибьютора Belief. Если у вас не прямые сделки с цифровыми площадками, то в чем является уникальное торговое предложение вас как дистрибьютора? Слушай, ну я думаю, что на этот вопрос, я думаю, Дмитрий более точно ответит. Давай ему слово передадим. Да, уникальность нашего торгового предложения в том, что за долгосрочное сотрудничество мы получили отличные финансовые условия от компании Belief. И данные финансовые условия на 99,9% будут недоступны пользователю, который попытается с Belief повзаимодействовать и так далее. То есть мы наработали хорошую базу, хорошие условия и э, не берем за это какой-то свой процент, берем подписочку, чтобы люди могли пользоваться этими благами. Э, вот у меня перед глазами открытые отчеты, вы можете сравнить со стоимостью стримов у нас в своем дистрибьюторе. Допустим, э, в, получается за январь э, Apple Music за стрим платит 14 копеек. Следующий вопрос, наверное, у меня, Михаил, к тебе: как и как часто артисты могут выводить средства? соответственно, с вашей компанией. Смотри, консолидированный отчет подгрузи... подгружается ежемесячно, то есть сумму также можно выводить ежемесячно. Понятно, отчет выгружается в какой-то период определенный? Да, до 15 числа каждого месяца. И после этого человек может сразу... Да, да, он может поставить деньги на вывод, это все реализовано на счет банковской карты, то есть э, есть напоминалочки в личном кабинете, вводите расчетный счет, БИК, э, все это дело подгружается. Составляете запрос на вывод и в течение трех дней мы вам переведем деньги. Вы работаете только с физлицами или с юрлицами тоже? И с юрлицами работаем, и с физическими лицами работаем. У юрлица будет, соответственно, друг другая в аккаунте информация банковская заполняется, то что надо же реквизиты, наверное, ООО или ПС. А, слушай, но пока таких выплат не было. Ну то есть, а вообще да, это будет реализовано так. Следующий вопрос у меня вытекает из предыдущего, так как из-за сложившейся ситуации, отведенных санкций, у нас у артистов появились некие проблемы по выводу средств от зарубежных дистрибьюторов. Как у вас решен этот вопрос сейчас? Ситуация такая, так как мы выбрали частный онлайн-банк, то есть проблем с оплаты нам, как на юридическое лицо от Белива, не возникает. Соответственно, нашим пользователям из России мы можем также выплачивать денежные средства на расчетные счета, счета карту. Правильно ли я понимаю, что э, в, вам Белив платит на юридическое лицо? Да, да, все верно. Потому что у Белива, соответственно, реализована э, выплата через систему Payoneer, но Правильно. в вашем случае они вам платят просто на юридический счет компании. Да, да, И, по, и поэтому у вас есть возможность выплаты вот на банковские карты. Именно. Да, вот это, кстати, интересный момент, потому что вот система Payoneer непонятно, сколько просуществует, а в данном случае у вас есть адаптация определенной к рынку. А, как обстоит ситуация, если человек, допустим, из Казахстана или той же Украины, или Беларуси, или там Америки, который захочет с вами работать, как в их случае происходит выплаты и могут ли они вообще начать работать с вашим сервисом? Слушай, но ну, ситуация такая, в общем, мировой повестке, но ну, на данный момент это не совсем возможно. Но будет реализовано посредством того, что мы откроем, ну, открываем юридическое лицо с английским правом, ну, в, через которое мы сможем выплачивать через платежные шлюзы, аналогия Pioneer, PayPal. Вот, то есть это будет реализовано, я думаю, что к концу апреля. Михаил, наверное, тоже вопрос будет тебе: что вычитывается сначала из дохода а, артиста, прежде чем вы делаете, соответственно, вывод средств ему? Да, да. Резонный вопрос с. Со всего вала, который нам поступает на расчетный счет, мы платим 6%. Вот, соответственно, будет вычитаться 6% и будет вычитаться комиссия банка. Комиссия будет банка составляет 99 рублей за платежное поручение и 1,5% за вывод на физическое лицо. Вот, собственно, вот такие комиссии. Но э, команда юридического отдела работает на, над оптимизацией, чтобы не платить э, налог 6% со всего вала, который будет приходить на расчетный счет. Михаил, ты уже отвечал на этот вопрос, в принципе, но еще хотел бы его раз обозначить. Могут ли рекрет-лейблы с вами работать? Слушай, да, так у нас тарифы называются лейбл, то есть всем пользователям, которые хотят либо создать лейбл, либо которые уже имеют действующий лейбл, в целом будет выгодно с нами сотрудничать. Когда я делаю обзоры на дистрибьюторов, я всегда подмечаю такую функцию, если у дистрибьютора она или нет, это возможность раздельных выплат участникам, допустим, трека, это может быть коллаборатор, фит-артист, продюсер, может быть, менеджер. Реализована ли у вас такая функция вот этих раздельных выплат? На данный момент это реализовано следующим образом. Держатель аккаунта может часть роялти отправлять, допустим, продюсеру, исполнителю, битмейкеру, аранжировщику. В дальнейшем мы планируем оптимизировать этот процесс и сделать так, чтобы все участники процесса могли видеть свои доли со своих аккаунтов, а не только один человек распределял все это. Слушай, ну интересно, да, отлично, отлично, что хотя бы так это сейчас возможно, возможно делать. Миш, вопрос, наверное, будет здесь к тебе. Что по договору правообладатель передает вам? Смотри, по договору правообладатель в оферте соглашается с тем, что он передает нам не исключительные права на дистрибуцию и синхронизацию своей музыки по поводу если человек хочет правообладателя забрать свой каталог как в данном случае происходит процесс смотри ему нужно будет написать нам на почту и мы реализуем это в течение трех-четырех дней но некоторые площадки ну нужно понимать то что они могут этот процесс делать дольше поэтому в целом у нас реализовано это в договоре в течение месяца ты говорила что в э, тарифе артист и тарифе лейбл предусмотрена возможность пичинга своей музыки редактором плейлист можешь рассказать про этот процесс, как это происходит, как как подать свой трек, да, и в какие о каких цифровых площадках мы здесь говорим тогда? Давай попробуем Диму спросить ответить на этот вопрос, потому что он занимается артистами по большей части. Я думаю, что он да, тебе хорошо. подробнее расскажет, как у нас все это дело реализовано, если вы выбираете дату релиза. И этого периода достаточно для подачи пичинга, вам будут предложены сразу же после отгрузки материала дополнительные анкеты для питчинга с примерами. Все максимально приземленно. Пускай многие люди не совсем понимают, что от них требуется на данном этапе. Мы, со своей стороны, корректируем, поскольку есть уже большой опыт, вывода трек, релизов плейлисты, корректируем и рассылаем централизованно по всем стриминговым площадкам. То есть здесь есть такая определенная помощь э, артисту, потому что многие такие, окей, я отгрузила а что дальше? Куда подавать? Что делать? Как, как, какие вещи заполнять? То есть здесь у вас есть помощь определенная в этом плане. Да, но о каком сроке мы говорим? То есть э, сколько должно, должно быть от момента загрузки к дистрибьютору до релиза, чтобы можно было бы подать на питчинг плейлисты? Вообще у нас обработка занимает от 14 дней, но когда вы выбираете дату релиза, есть напоминалочка о том, что если вы хотите участвовать в конкурсе на попадание в плейлисты площадок, вам стоит ставить дату релиза не менее чем за 21 день. Ясно, понял. Кстати говоря, о сроках выгрузки есть артисты, которым прям очень срочно нужно выгрузить релиз. Я думаю, вы с такими сталкивались. Какие сроки, о каких мы сроках можем говорить, допустим, для ВКонтакта, Яндекса, может быть, Apple? Смотри, важно понимать, что 14 дней не просто так сделаны, и первая часть — это проверка на наличие ошибок. Если пользователь опытный, ему срочно надо выгрузить релиз, и он уже понимает, что от него нужно, какие метаданные, какие данные к релизу, то мы можем это в течение там, двух дней сделать. То есть ему Нужно будет загрузить релиз и написать техподдержку. Ребят, я отгрузил релиз, хотел бы, чтобы он вышел как можно быстрее, хотя бы вот такого-то числа. Мы, в свою очередь, делаем все возможное. Это описано у нас на главной странице сайта. Можете убедиться. Понятно. И говоря о модерации, то есть ты говоришь 14 дней, это как раз процесс проверки релиза, модерация у вас в течение 14 дней идет? Данный срок кажется большим, но если разобраться, то он становится оптимальным. Смотри. То есть если человек отправляет э, релиз на модерацию, мы находим какие-то ошибки. Не всегда человек не то, что с первого раза исправляет эту ошибку, не всегда сразу замечает, что у него какая-то ошибка у всех в своей жизни и так далее, да? И мы вот этот люфт э, оставляем, чтобы он успел увидеть, э, отправить нам, мы еще раз перепроверили и дата релиза не сместилась. Этот люфт там порядка пяти дней, да? э, э, Вот. Вот в этом вся ситуация, а э, остальной промежуток, ну, на всякие форс-мажорные ситуации, чтобы везде одновременно успелось прогрузиться и так далее, потому что самый большой риск того, что ты торопишься с релизом, это э, что релиз выйдет там на двух площадках из 20, да, а потом будет в течение там суток там догружаться или двух суток или там всякие бывают ситуации. Хорошо, но сам процесс модерации, смотри, у меня есть таблица просто сравнения дистрибьюторов, и в ней есть такая позиция, как модерация релизов. У большинства дистрибьюторов это 24 часа, то есть э, э, сотрудники технической поддержки, они успевают проверить релиз на правильность заполнения данных. Конечно. Если там что-то неправильно, они отправляют назад, то есть у вас этот э, сам процесс вот модерации первичной проверки э, релизов сколько проходит времени. В течение 24 часов, причем те релизы, которые планируют попадать в плейлисты, у нас модераторы видят их в приоритете и обрабатывают быстрее. Понятно. Если мы говорим о просто вопросах технических, когда мы не говорим про релиз, а, допустим, человек такой, ой, я забыл, или там не тот, скажем, не ту обложку выгрузил. То есть он направляет запрос технической поддержки. Как быстро техническая поддержка не в рамках модерации релиза конкретного отвечает? Я думаю, в течение часа. О, oh, вау, wow, это быстро. Да, то есть тем да, ребят... Это наша... наша наше такое конкурентное преимущество, мы делаем на эту ставку, на наш сервис, мы можем производить всяческие манипуляции, не отзывая релиз площадок, вплоть до замены аудиофайлов, и это будет на российских площадках в течение суток происходить, или там нескольких часов, если мы говорим о рабочем дне. А если выходные, то, конечно, это может повлиять в негативную сторону там на сутки или еще что-то вот в принципе, как бы любые манипуляции мы производим оперативно и стараемся э, отзываться как можно быстрее, потому что понимаем, что такое делать релиз. Я сам музыкант, я понимаю, что годы уходят на подготовку к этому, и каждая секунда может быть просто бесценна. Поэтому мы и заняли данный рынок, потому что сам сталкивался с такими проблемами, когда ты готовишь релизы, выпускаешь через иностранных дистрибьюторов, а потом сталкиваешься с проблемой часового пояса и как бы день у тебя кривой релиз висит и... Ну, в топ уже вряд ли ты залетишь Да, это очень важно, потому что, когда мы говорим о релизном дне как пятница То коммуникация с зарубежными партнерами становится проблематичной Потому что они уже все пятница И что-либо изменить, это, скорее всего, уходит на понедельник И в данном случае я всегда, когда выбираю дистрибьюторов Сам лично смотрю на время отклика технической поддержки То есть чем оно быстрее, тем, соответственно, проще работать с дистрибьютором Потому что это ваш партнер, и вы на него надеетесь в процессе дистрибьюции вашей музыки, если какие-то возникают проблемы, то хочется их решать максимально быстро. Вот. И здесь, как ребята говорят, заявляют, что у них один час, это здорово, мне кажется, это хорошо. Да, хороший. бывают, конечно, моменты, когда из ряда вон ситуации, загрузка большая или еще что-то, но в целом мы стараемся укладываться в один час. Вот это еще к тому разговору о нашем уникальном предложении, почему работаем с компанией Belief, за вот этот небольшой процент, который они забирают с роялти, вот, они дают гораздо больше, они дают большую помощь в, в оперативности, в техподдержке, то есть там тоже очень хорошие ребята работают, всем большое спасибо за то, что они отлично нам помогают, и вот... Стоит, стоит это учитывать при выборе дистрибьютора то есть если какой-то дистрибьютор берет, берет на себя много полномочий надо вообще понимать справится ли он с ними быстро понятно спасибо за комментарий говоря о Беливии, если ты можешь сказать есть ли у них какие-то планы ухода с рынка или они остаются официальное заявление не так давно было на ими о том что приостанавливается выдача и заключение новых контрактов но соблюдения и всех условий и выполнения заключенных уже контрактов происходит на сто процентов мы на себе это ощутили и ну, знаем что компания Belief мультинациональная и я думаю вот за такими компаниями будущее да она как раз вчера отчет выгрузила свой там тоже южноафриканский рынок у них но ну, российский они тоже рассматривают ну по большей части они ставку делают на российский рынок тоже и поэтому остались здесь. Да и я просто про штат как бы внутренний коллектив, что там мультинациональные, как бы мне кажется, это вот такие компании будущего, где все 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 лучшие качества всех людей мира учтены. И, наверное такой вопрос будет дима может быть тоже к тебе некоторые артисты они хотят капслоком написать свое имя или капслоком написать свое название трека или может быть место названия трека указать мозы какой-нибудь то есть здесь есть ли гибкость загружая конечно, через вас указание этих продюсера может быть то Да, указать продюсера без проблем можем. Единственное, что мы об этом сразу говорим, и в базе знаний наших есть, что мы это делаем после выхода релиза на площадке. То есть сразу же не проблема, мы это сделаем. Вот. В плане написания мы тоже довольно гибкие, но надо понимать, что если речь идет о Артистик, который выкладывает свой первый трек и которого никто не знает, ну, возможно, ему откажут в данных привилегиях. А если речь идет уже о состоявшихся артистах, без проблем можем капслоком, специальные символы можем э, дуэты через X сделать э, или там. Ну, да. или через букву «и», это отдельный вид искусства, дистрибьюторы знают, чем это чревато, то есть площадки частенько запрашивают соцсети для подтверждения ну, существования дуэтов, ну и так далее. В общем, все у нас-то есть, все компетенции имеются, все алгоритмы есть, сотрудники готовы к этому. На самом деле недавно ребята писали, вот буквально там два дня назад то, что хотят, чтобы у них так было, ну, написано капслоком, потому что они где-то, ну, посмотрели, говорит, я в Яндексе каталоге посмотрел и говорит, вот у вас так написано, вы можете такую услугу предоставить? Ну да, думаю, что можем. Понятно. Говоря о доп-услугах, вы говорили уже о синхронизации, это такая достаточно эксклюзивная услуга для российского рынка, да, потому что не так много компаний занимаются этим. Можете, не знаю, Михаилу или Дмитрий, пояснить за эту услугу? Да, давайте я уже поясню, потому что начал в нашей компании данное направление. Поскольку есть большой каталог, есть хороший нетворкинг в российском шоу-бизнесе и вообще в бизнесе, поступают предложения от рекламных, рекламных агентств, от кинокомпаний, и запросы на музыку, которая будет использоваться в качестве саундтреков и так далее. Мы, в свою очередь, проводим переговоры, выбиваем максимально высокую ставку, юридическое сопровождение организуем, все сделки, потому что авторское право и использование произведений ⁇ вещи очень тонкая, не всеми правильно трактуются, у нас компетенции позволяют юридическую поддержку оказывать. Вот так это и все дело происходит. То есть, если вы загружаете через наш, через наш сервис, каталог предлагается активно рекламным компаниям и кинокомпаниям. И мы сопровождаем сделку, и если вам это интересно, мы, вы получаете хороший заработок. Да, но какие условия на эту услугу? Стандартная ставка для данной услуги 15%, она может быть увеличена только в случае Каких-то дополнительных э, юридических процессов, там разработка договоров, э, проверка контрагентов, или еще какие-то направления. Да, по спасибо. По помимо синхронизации, какие еще вы планируете? Может быть, или есть уже услуги, которые вы будете оказывать, или оказываете уже артик? Слушай, смотри, сейчас мы заключаем партнерские отношения с. Компания, которая будет оказывать услуги сертификации, это регистрация авторского права. Ну, то есть зарегистрируешь право и получишь сертификат, который будет действовать в 179 странах. Отлично. Да. Причем это происходит мгновенно и очень дешево стоит. Очень большой плюс для тех, кто покупает музыку для своих песен. Ну, биты в плане, чтобы конечном итоге не было вопросов, если слушай, Александр но кипов. есть уже даже частные случаи, которые разбирались в суде и, собственно, вот такие кейсы, как бы да. с таким авторским правом сработали. Да, интересно. Да, то, то есть на равных изучить. условиях воспринимался этот цифровой сертификат и договор купли-продажи, поскольку в договоре купли-продажи не описан тот файл, был, который продавался. Ну продавец решил вот таким хитрым способом, после того, как трек стал хитом, сказать, что «Ай, не этот бит я по этому договору продавал, а другой, а этот бит вообще я не продавал. И вот на этот случай вы можете, э, после того, как купили вы бит, загрузите файл своей песни к нам в систему, и мгновенно получите цифровой сертификат, который можете дальше там использовать в суде. Ну да, там будет унифицированная далее. форма, то есть с каким-то там кодом, по которому вы в целом идентифицируете свое произведение. Отлично. И возвращаясь к миссии компании, то, что артист может развиваться самостоятельно в комьюнити. То есть здесь я понимаю, что он может выпускать музыку, у него есть возможность там ее пичить, он может свою музыку, возможно, разместить в рекламу или фильм через синхронизацию. У него есть возможность сертификации, чтобы защитить свое произведение. Что еще предполагается внедрять? Как он еще, артист, Слушай, может я, раз развиваться? Да, да. На сайте будет реализован раздел обучения от ярких представителей индустрии, чтобы пользователь смог зайти и научиться чему-то новому, либо, наоборот, увеличить свои навыки в каком-то процессе. Вот, собственно, также мы ведем новости и пишем о своих артистах короткие интервью, о их релизах и то, что они делают, и выкатываем обучающие материалы тоже в плане новостного раздела. Вот, также у нас реализован плейлист, то есть сейчас пока что только назовем лидеры мнений, его, ну, то есть для нас его составляют, мы его таргетируем, также будет реализован э, плейлист э, с участниками комьюнити YouTube, которые тоже будут таргетироваться, то есть, ну, для удобства артиста. А плейлист где реализован, на какой площадке? Spotify, Яндекс, ВК, вот SoundCloud сейчас еще подключим. Ну, то есть мы, мы каждый раз, когда выкатываем новый плейлист, добавляем еще одну площадку. Вот отлично, так. отлично да, интересно. Да. То есть, и у ребят, которые дистрибутируют музыку через вас, у них есть возможность попадать. Конечно, в конечно. Это, собственно, для этого и сделано. Понятно, это здорово, да, потому что мне, многие дистрибьюторы сейчас взяли направление в развитии своей сетки плейлистов, и э, вот ребята тоже этим занимаются. Слушай, взяли. да, но мы, я и говорю, протестировали этот вариант, то есть мы попросили э, ребят, которые уже с нами, ну, то есть которые уже неймы определенные, попросили составить для нас плейлист, посмотреть вообще, как это все дело работает, и то есть в целом вот первый плейлист, который мы выкатили, э, пришло 100 лайков, в общем-то, ну, 100 прослушиваний было, и это в целом неплохой Да, результат. неплохо, да, если... на да. На Spotify. Да, на Spotify. да, на Spotify. А ВКонтакте там, по-моему, 60 тысяч послушаем на этом У меня вопросы закончились. Мы прошлись по основным моментам. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях этого видео, где вы будете его смотреть. Ну а ссылку на сервис я размещу в описании к этому видео. Спасибо вам, ребята, большое за уделенное время. И тебе спасибо, Миш, за проведенную беседу. Большое спасибо, Миша.